В Иваново на несколько часов приехала синагога на колесах. Прежде она побывала в Кинешме. Ивановская область стала последним пунктом в маршруте еврейской этнографической экспедиции, которая началась 30 июля. За 2,5 недели этот мицва-мобиль, мицва означает заповедь, объехал 20 городов России, в которых располагаются еврейские общины. Всего по стране курсировали 3 подобных машины. На борту каждого дома на колесах есть молодые раввины, которые отвечают на вопросы, связанные с историей и традициями еврейского народа. При необходимости всем желающим они дарят книги. В России это первый раз, но это сделал Любавский Ребе 40 лет тому назад в городе США. Он сказал раввину-студенту: возьми такие большие машины, внутри есть все, что надо для евреев. Едьте по городам США, даже в маленьком местечке, где есть только одна семья еврейская, и дайте им все, что надо для еврейской жизни. И он назвал это мицва танк. Почему? Как танк заходит в место врага, его захватывает. Одинаково мы, но в хорошем смысле захватываем место с добро и со светом.